Приветствую вас. По описанию, которое вы даете, очень похоже на эмоциональную привязанность к человеку, чрезмерную такую эмоциональную привязанность к человеку. И излишнюю нуждаемость в нем. Соответственно, нуждаемость в человеке возникает по ряду причин, и эти причины, они, как правило, связаны, значит, собственно, вами, собственно, субъектом этого. Как правило, это неуверенность в себе. Как правило, это страх одиночества. Как правило, это отсутствие чувства собственной значимости. Как правило, это чрезмерное растворение в человеке, ну, то есть отсутствие доверия себе. Вот это именно вот отсутствие доверия к самому себе у вас. Вот. Вот что-то из этого вам и мешает жить более свободно в отношениях с девочкой. Ну вот, с которой вы сейчас находитесь. В отношениях. Соответственно, в этом направлении вам и нужно работать. Вы пишете, что делать, чтобы что, как бы, чтобы что. То есть нужна цель. Нужна цель. То есть пока у вас нет цели. Но посмотрите, изучите любовную зависимость, эмоциональную привязку к человеку. Вот, в интернете посмотрите это. А я думаю, что вы узнаете себя в этом. Дальше уже будет видно. В зависимости от того, захотите ли вы пройти психотерапию. Вот, соответственно, если захотите пройти психотерапию, то уже можно будет в таком случае вам помочь. Реально. Вот, вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!